Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Детали. Россияне назвали переговоры конструктивными. Отмечается, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. По словам Мединского, власти исходят из того, что в Киеве примут решение и создадут условия для дальнейшей нормальной работы. Предыстория. В Турции завершились переговоры Украины и России. Украина рассказала, хочет получить гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!